Артем Свистун, директор художній керівник Миколаївського академічного художнього російського драматичного театру. Володимир Алексєєв – голова Миколаївського джаз-клубу, маестро в перформанс-біг-бенд, завідувач відділу Миколаївського державного вищого музичного училища. Організатор численних джаз-фестів і конкурсів, улюблена справа – музика. Хобі – швидка їзда на мотоциклі. Доброго ранку. Знаєте, коли ви окремо у нас в гостях, це дуже гаряче. Коли ви разом, це взагалі якась така суміш. Про ваше об'єднання, ви ще такі дати вибрали, 14 лютого, 8 березня. Для тих, хто ще не знав, не чув, розкажіть. Ну, хочу прежде всего поздравить всех с началом весны. Угу. И действительно, объединение творческих коллективов произошло в этом году. На День Святого Валентина, 14 февраля, так вот мы выбрали эту дату, в январе месяце мы с Володей, говорю, Володь, давай что-то сделаем совместно, потому что нужно объединять творческие усилия коллективы. И решили объединить потрясающий коллектив перформанс. Я буду вас перебивать. Вы когда-то запропонували, вы что-то уявляли, что это может быть? Или нет? Чи просто была идея? Нет, ну, в принципе, идея была давно, что есть театрализация, есть творческий uh-huh. коллектив, где у нас есть солисты-вокалисты и балетные коллективы, и сделать такой театрализованный uh-huh. шоу, перформанс, может быть, такой в работе. Ну, Володя сказал, я подумаю, да? Ну, я думаю, мы словами... Да, то есть, на самом деле, Артем написал, где-то это было первые числа января, я сказал, что мне надо чуть время, как бы, я подумал, сколько есть, потому что много разных проектов, там, битва против джаза, своя работа, и... Как бы, по-моему, 11 января я ответил, говорю, если еще интересно, ну, если что, давай и думай. То есть мы буквально за месяц. Слушайте, дуже мало часу для такого масштабного проекта, це мало часу. На самом деле, в чем штука? В том, что коллективы уже, ну, сформированные, профессиональные, и есть очень, ну, большая, хорошая база, что у перформанс-бигбенда, что у театра, поэтому просто из объема материала, который есть у каждого, мы это все скооперировали. То есть буквально не было каких-то там долгих организационных встреч. То есть один раз, по-моему, мы встретились, потом второй раз мы встретились за день 12 числа, 12 февраля перед концертами. Мне очень приятно то, что были концерты 14 и 15. И 7 марта должны были быть, то есть они обросли еще и 15 февраля, и 8 марта, да, дополнительно. То есть, как бы, то людям приятно то, что самое главное, то, что мне всегда приятно, когда ходят, например, там на наше шоу или ходят в театр, это то, что это николаевские коллективы, николаевские проекты, которые не прошло то время, когда нужно было там. Просто придите на концерты там бесплатно или на какие-то там танцевальные шоу, или просто лишь что было. То есть это мероприятия, в которые делаются качественно, делаются хорошо, хорошее шоу, на них продаются билеты, и люди покупают билеты на николаевских артистов. Они достаточно доступны, но в то же время артисты понимают, что они не просто, ну, так, то есть это какое-то уважение у зрителей, что он не просто, а это николаевский. Нет, то есть это конкурентоспособный продукт, который так же само, как и мероприятие гастролирующих звезд, он стоит в графике мероприятий города и притягивает на себя большое количество людей. Ну, хочу сказать, что действительно потрясающий ажиотаж, и зритель мы мониторим, который приходит на... Вильники с вами было дуже много. Очень много, да. Ну, во-первых, живой звук, да, живое исполнение, даже хореографические композиции в живом сопровождении оркестра, это действительно уникально и профессионально. Где действительно хорошая, интересная программа была, «Все зарады кухання» и «Все зарады жінок», да, два таких названия, которые объединяют, программа отличается. И да, расскажите про это, пожалуйста. 7-8 марта, к сожалению, билетов практически не осталось, там, по-моему, два билета всего лишь. Так что горожане могут еще успеть. Кто ж будет, то и останет, да? Да, но программа действительно интересна, это творческие коллективы, я хочу еще назвать два танцевальных коллектива, это шоу «Балет Феерия», руководитель Анна Лукина, и «Deep Force» Елена Лысенко, это вот
4 таких мастодонта творческих коллективов, которые работают. Ну, я думаю, что солисты, вокалисты театра — это Денис Месачук, Денис Патрываев, Анна Лебедь. Ну, и я думаю, что... У нас Татьяна Орлова, мы привлекаем также Радио Старс и Константина Говоруна. То есть это такой замес. Одно из самых лучших, что есть в городе, оно все меняется вот в этих концертах. Вот по программе это, конечно же, в самом лучшем смысле это классика, причем разножанровая, от джаза до рока, от оперы до народного вокала, то есть есть и песни на украинском, и какой-то там... Какие-то хиты, не буду говорить, но они там звучат в переводе на русский язык. Хиты, вони будуть, да. Это та музыка, которая нравится всем поколениям, проверена уже, ну, в основном там десятками лет, но только она звучит вживую, звучит в авторских аранжировках. То есть мы далеко не все играем, как вот оно на записи там 30 лет назад. То есть это я сам пишу аранжировки, мне это нравится. То есть и какие-то композиции звучат не похоже, но при этом люди их узнают так, как они есть. С танцем все отметили то, что не мы это придумали, то есть придумали в Америке там, в 30-х годах. Вот, но когда когда живой оркестр и танцевальный коллектив, и все это вживую, это все, причем когда еще красивые костюмы, хороший свет. То есть поэтому как бы и мне привычно называть это концертами, но в данном контексте язык не поворачивается, потому что это получается шоу. Тут нету еще, например, там такого классического театрализованного действия, где бы там актеры что-то играли, но я думаю, что это тоже не за горами, и мы выйдем на следующий какой-то этап строительства. Всегда интересно делать что-то новое, мне во всяком случае. Я за что-то берусь, если это интересно. Ну, у вас це виходить, у вас класно виходить, ви кажете, 8 березня дещо змінено буде. Наскільки кардинально? Я думаю, що ні. Ну, композиція, яка дійсно буде в програмі. Ну, я з Володимиром не зовсім согласен. Вот он действительно говорит, театрализация. Даже ведение программы Володі, хочу дать комплимент, он настолько это театрализовано обыгрывает. Это не просто конферанс, там, выступает такой-то композиции. Он рассказывает предысторию, какие-то факты, и так интересно, настолько вовлекает зрителя в это действие, и театрализованно обыгранные номера — это спектакль, музыкальный спектакль. Даже видео VJN, которое идет на экране, которое тоже драматургически выстроено под эти номера. Это тоже ново, так? Такого, ну, мало кто бачит, коли параллельно, так, ну, действительно, это так. Это все влияет на восприятие. То есть человек может одновременно смотреть, например, там какая-то, условно говоря, там композиция My Way, которая звучит на русском языке в другой аранжировке, и параллельно идет видеоряд с образами тех или иных мировых звезд, которые, к сожалению, уже покинули, но при этом композиция светлая, то есть это нет какой-то там, грубо говоря, там депрессивного состояния, и люди, кто-то чисто слушает, кто-то визуально воспринимает видеоряд, кто-то... То есть это важно, то есть важно дать каждому то, что хочет человек получить. То есть кто-то хочет просто прийти в театр, послушать хорошую музыку, кто-то хочет послушать, есть люди, которые подходят и говорят, ой, вы ту композицию так вот интересно исполнили, там, женщина из Франции приходила. Та що, коментарі, коментуйте, розкажіть про емоції вашої публіки. От що, Франція, ну слухайте, це взагалі... Знаєте, що настільки разножанрова публіка і разновозрастна, і не тільки почитателі театрального, як Володя сказала, і музикального творчества, але були іностранці, були представителі з Індії, які зараз готуються до фестивалю, були представителі з Франції. Вони кажуть, ми проїздом, і муж переводив, і вона кажуть, настільки це було доступно, понятно, на язиках, і прочтение этой композиции My Way затронуло, говорит, да, я женщина, не ожидала, я плакала, потому что плачет, эмоционально ее восприняли именно украинский талант. Вот это действительно очень приятно. Это важливейшая такая, да, відзнака, вот такая эмоция глядачів. Ну, слухайте, а что далі? Ну, не вже 8 березня припиниться такий мікс? Є якісь взагалі надумки, ідеї? У вас висока планка. Интрига. Ну, ви привідкрите. Ну, я не можу вас так відпустити. Все будет хорошо. Я думаю, да. Ми будемо радити. Як швидко все буде добре у вас? Ну, в любом случае,
есть планы у коллективов, и это, я думаю, творческие проекты. Я тоже в восторге был от проекта «Битва рок против джаза». Это событие масштабное было в городе. В прошлом году наш коллектив там вот совместно с Волынским оркестром проводили такие проекты. Это вот как Володя приоткрыл как бы тайну, что вот совместный театрализованный проект. Вот я не хочу говорить, что это и как это будет, но у нас была мысль вот сделать еще подобную работу. Я думаю, что это будет действительно театрализованный спектакль. Это не будет в апреле, это уже будет, скорее всего, да, сезон осени. Да, у нас это будет совместная работа. Если говорить о том, что театр мы уже, по-моему, в 2 года как минимум, да, прошло. То есть мы на летней площадке делаем совместные мероприятия. То есть джаз в театре — это уже своего рода такой традиция и бренд. То есть на летней площадке, где люди могут просто прийти на открытом воздухе, послушать там в основном джаз в театре, там чисто джазовая музыка, вот, причем разные гостей мы приглашаем и сами что-то делаем, какие-то программы, то есть это будет, вот, а вот такое крупное, то, что в зале, это уже все-таки будет с осени, потому что, опять же, в театре есть свои планы, у нас есть у оркестра, вот у нас сейчас прошла «Битва рок против джаза», вторая часть уже на бис, и мы в прошлом году сделали 1 апреля, сделали развеселый концерт, где играли много музыки, вот веселой, там, условно говоря, там и Ленинград, и Ляпис, и Мумитроль, Земфира, вот, и все это с оркестром, все это весело, интересно, тоже меняются солисты, все это костюмировано, и очень много людей спрашивало, будет ли еще там в этом году, поэтому мы подумали, несмотря на то, что 1 апреля это понедельник, нам было очень забавно то, что это на следующий день после выборов, и чтобы все могли отдохнуть, сбросить, так сказать, накопленные эмоции. То есть мы 1 апреля в понедельник делаем развеселый концерт, вторая часть, где будет 100% новые программы, где люди могут повеселиться, потанцевать, послушать. То есть уже традиционно, да, концерты перформанс Биг Бенда, вот такого плана, как шоу, которые проходят именно, они проходят в юности, не в театре. Вот, но там люди могут впереди, те, кто сидят впереди, они могут танцевать, а те, кто хотят просто сидеть слушать, они сидят там во второй половине зала, и им комфортно на все это смотреть и слушать, не мешая тех, кто танцует. Про театр хочу отдельно сказать. Как танцевали, да? То, что, да, танцевали, и в театре очень хороший звук. Мы всегда с оркестром любим выступать именно в театре. Это, пожалуй, лучший зал именно для звучания вот какой-то мягкой музыки, чисто джазовой, вот, как бы, поэтому в театре это очень здорово. В юности чуть по-другому, там можно пошуметь, да. И мы это делаем. Майстри, які брали участь у вашому такому об'єднанні, їх коментарі про їх роботу, вони задоволені залишились? Ну, конечно, в любом случае это для наших солистов, вокалистов, которые актеры драматического театра, это с живым оркестром, это буквально несколько репетиций и выход на большое полотно, сцену, это действительно хорошая работа, но вот Лена Лысенко, которая балетмейстер у нас в театре, она говорит, это настолько было необычно, когда идет живое сопровождение оркестра, мы либертанго, да, вот композиция, одна из которых вот работа, и они говорят, действительно, это для нас это новый этап, новая работа. Так, это для действительно... них тоже такой, знаете, ну, теж планка, теж что-то новое. Дело в том, что фонограмма, это звучит всегда одинаково, да, а когда живое исполнение, то есть, и опять же, плюс люди там двигаются на сцене, не только танцоры, но и музыканты, дирижер, то есть и нужно уметь там сориентироваться кое-где, что-то спиной там не столкнуться. Или, как синхронизация и тут, и там, То есть импровизации разные, то есть ты не запомнишь, танцор не должен запоминать, что вот после этого там звука я должен выходить. На концерте звук может быть немножко другой. Якщо попросять вас на біс, окрім 7 і 8 березня, ви погодитеся? Тому що білети 2, бажаючих багато. Можемо ми розраховувати на таке чи ні? Все ж таки. Поки сложно сказати. Я думаю, що в осені. Да, можна все ж таки на осінь відкладати. Як кажуть, що занадто, то не здраво. Ну, треба, щоб хотілося ще. Знаєте, поснідав, якщо ти хочеш ще, оце воно. І ще раз анонс, будь ласка, для тих, хто не запам'ятав. 7 і 8 березня. Де, як, куди, коли? 7 марта в 19:00 и 8 марта в 17:00 для наших милых прекрасных женщин на сцене Николаевского академического художественного русского драматического театра состоится большой перформанс Биг Бенд Владимира Алексеева, коллектив театра «Все заради женок». Большое шоу-программа. Да, много солистов, танцевальные коллективы и красивые номера, гости. Все это очень здорово, красиво и нравится от
подростков до их бабушек. Тобто будуть всі покоління, да, публіка, да, розуміє. Так, і це дуже приємно, тому що приходять всі покоління. Це дуже здорово. Я вам дякую. Я обіцяла, що буде такий гарячий мікс. Я думаю, дотрималась свого слова. Артем Свистун, Володимир Олексєєв були в нас в гостях. Натхнення вам, і ми чекаємо вже, що осінь тоді чекаємо, чи що. Все, дякуємо вам.